150 секунд в высочайшем темпе. В программе элементы шоу и таких зрелищных видов спорта, как танцы, гимнастика, акробатика. Черлидинг сегодня абсолютно самостоятельный вид и очень популярный среди молодежи. Это уникально то, что есть и акробатика, и хореография. А для девочек, я тоже думаю, причем разного уровня подготовки и своих личных каких-то физических данных, каждая девочка может себя проявить. И это очень значимо. Выверенные движения, точные перестроения, четкие линии. Кажется, свою программу спортсменки выполняют без особого труда, но за этой легкостью стоят каждодневные тренировки, а также огромное старание и упорство. И после выступления радость от победы. Из-за того, что соревнования очень редко, это вот прям как вспышка в твоей жизни. То есть это очень заряжает на дальнейшую работу, очень мотивирует, особенно на награждении, когда ты узнаешь свой результат. Это очень здорово. На площадке все черлидеры выглядели как модели на подиуме. Перед стартом все навели боевой марафет, макияж и прически все в одном стиле. А залог успеха, говорят спортсменки, в слаженных синхронных действиях всей команды, поддержке друг друга. Оценивается в судейских протоколах, в дисциплинах перформанс у нас целых 10 пунктов, включая синхронность, однородность, общее впечатление, артистизм и так далее, да? И именно стиль исполнения, там, фристайл, джаз или хип-хоп. В дисциплинах черлидинга там основную массу в оценке составляют станты и пирамиды. То есть насколько они стабильно кидают, поднимают и выбросы. Все справились, показали свой максимум, а сильнейшие заработали медали и путевки на первенство страны в Москву и всероссийские соревнования в Нижний Новгород.